Вот так мое топливо пролежали всю зиму под снегом. Это вот остатки топлива, но я все еще топлю, потому что холодно бывает. Сейчас 12 градусов тепла. Пойдем посмотрим, что у нас с грядками. Так, вот они, клумбочки тут. Что у нас? Вот так. Клубничка пока еще спит. Сейчас посмотрю, что еще тут есть. Так, это высокую грядку я подготовила, потом что-то посажу. Эти тоже стоят, ожидают, когда будет в огороде что-то такое. А это грядки. Так, посмотрю. Угу, клубничка начинает оживать. Уже зеленые. Вот листочки видны. Оживает уже клубничка. Надо будет взъерошить землю. О, и ты пришла, да? Пришла позировать мне, что ли? Вот, здесь тоже оживает. Клубничка оживает. А вот это первые листочки сладкого чеснока. Раз они выскочили, позеленели, значит, уже все, весна, тепло будет. Пока ничего нет. Пока все в запустении. Только-только, как говорится, потеплело. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и будьте в курсе событий, что происходит в нашей стране и за рубежом. Вот я показываю близко. Вот так вот в клумбе. Вот так в клумбе. Вот, надо землю немножко взъерошить, чтобы листочкам, росточкам было удобно, легко преодолевать землю, потому что сейчас она вся под снегом была жесткая. Вот надо будет сегодня или завтра взъерошить землю немножко маленькими граблями. И будет клубничка расти. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. А кто хочет помочь развитию канала, под роликом есть расчетный счет.